Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Сегодня наша передача будет об обработке собак противоклещевыми препаратами всевозможными. То есть, что из себя представляют противоклещевые препараты? Какие препараты существуют? Я уже об этом рассказывал. Сейчас я просто вам хочу показать, как именно нужно обработать, как именно нужно обрабатывать собаку противоклещевыми препаратами. То есть, в частности, мы сейчас будем говорить с вами о каплях. Итак, как же нужно обрабатывать собачку противоклещевыми препаратами? Давайте с вами поговорим об этом. Итак, ну, перво-наперво, значит, собаку нужно помыть дня за два, за три до того, как вы будете наносить препараты. Всегда нужно одевать перчатки, то есть для того, чтобы эти препараты не попали к вам на вашу кожу, на ваши руки. Одеваем перчаточки, берем капельки, достаем эти капельки. Они имеют различные, обязательно прочитайте инструкцию, то есть есть капли там одна на 40 килограмм пипетка, да, там бывает одна пипетка на 10 килограмм, ну вот эти вот в частности капельки, одна пипетка на 10 килограмм массы. Встряхиваем капли, чтобы не было запузырено, скажем так, вверху не брызнуло, когда вы будете отрезать. Там есть надрез, но я вам рекомендую воспользоваться ножницами или острым ножом, для того, чтобы срез был остренький. Итак, обрабатываем собаку, вот я вам сейчас показываю в каких местах, то есть в местах, недоступных для облизывания собаки. То есть наносят все это дело против шерсти. Стараемся попасть непосредственно на кожу, потому что действие препарата, он расходится по, значит, липидному слою, то есть по верхнему слою кожи, распространяется по всему, по всей поверхности кожи собаки. Поэтому нужно попасть именно на кожу. Но опять же хочу обратить ваше внимание на то, что обязательное условие нанесения этого препарата, значит, что нету никаких каких-то, в общем, раневых поверхностей, то есть кожа животного не повреждена, то есть именно для того, чтобы в кровь не попал именно препарат, потому что, ну, произойдет отравление, конечно, не до смерти там, но собачка будет плохо себя, не очень хорошо себя будет чувствовать. То есть, вот видите, я против шерсти как бы пипетку вношу и подкапливаю, равномерно выдавливаю по всему организму. Ну, вот мой лабрадор, у него вес 22 где-то, ну, 25 килограмм, поэтому я 2,5 пипетки расходую на вот свою собаку. Делаем это вот таким образом. Обратите внимание, что именно против шерсти я заношу вот по хребту, да. Ну, собаки не облизывают друг друга. Вот я показываю вам препарат, который спрей. То есть все-таки лучше комплексно. Вот вы сейчас пробрызгали, после чего вы, что происходит в дальнейшем, да? То есть вот вы пипеткой обработали, то есть нанесли капли препарата на животное, после чего двое суток вы, пожалуйста, не мойте свое животное, для того, чтобы все это разошлось, чтобы свытия никакого-то не было, чтобы по волосам это все не распределилось, потом собака начнет облизывать, то есть произойдет отравление собаки. То есть двое суток, то есть 48 часов как минимум, вы свою собаку не купаете. То есть, ну, понятно, что вышли на улицу, помыли лапы там, но собаку купать не надо. И если у вас находится, как вот в моем случае, видите, вот здесь у меня еще одна собачка есть, если это щенки тем более, то нужно изолировать животное, потому что когда они начинают играть, во время игры происходит, что они начинают друг друга прихватывать за холку, да, именно как раз в те места, в которые вы нанесли препарат. И для того, чтобы вот не было отравления с друг дружкой, потому что вы одну и другую собачку, да, обработали, допустим, то их нужно изолировать как минимум на двое суток. Да? Вот нанесли вы препарат, двое суток собаки не находятся в контакте. По моему опыту, что я хочу сказать, как я делаю. Вот капли мы обработали, буквально через неделю мы поехали, я собаке штук 40 клещей снял. То есть, ну,
как снял. То есть они были на собаке, но еще не впившиеся, поэтому я сидел, вытаскивал. Благо у меня собака черная. Как бы, то есть работает, ну, я не дожидался момента, пока они вопьются, эти клещи, да, то есть изъял их до этого. То есть пришли с леса, я взял пуходерку, прочесал сразу животное, каких-то не выбрал клещей, каких-то пальцами потом сидел, выбирал. Но вот я показывал вам спрей, да, а после чего я перед каждым буквально выходом, ну, немножко пробрызгиваю собаку. Через 15 минут ее расчесываю пуходеркой, чтобы равномерно распределилось это средство. И обыкновенно вот то, что вот я себе штаны обрабатываю, да, вот там костюм свой энцефалитный, когда иду в лес, я отдельно выношу, но это отдельно я делаю, это не на собаке я делаю. Отдельно беру ошейник и отдельно ошейник этим спреем пробрызгиваю. Тоже он минут 15 висит. И одеваю. И вы знаете, вот после такой вот обработки, клещей я не замечал. Хотя с себя снимал целую кучу вот так вот, вот они по энцефалитке у меня ползали эти клещи. Но вот именно что с собаки я, кстати, замечено не было. То есть работает вот спрей вот эти вот достаточно хорошо. На капли такого вот, такой надежды у меня не было. Итак, друзья, прежде чем выйти в лес, я не буду уже вам сейчас говорить о том, что такое пироплазмоз, что он очень опасен для животных, для собак, особенно для тех, которые никогда не встречались, у которых нет абсолютно иммунитета. И это вы можете посмотреть на других ветеринарных каких-то форумах, где рассказывают об этих заболеваниях. Я вам просто рассказал, как обработать собаку для того, чтобы вы в принципе не подхватили вот этих вот лесных клещей. Итак, друзья, обработайте свое животное, выходите в лес все-таки, ну, обработайте, потому что собака, а тем более, если у вас охотничья какая-то порода, она просто нуждается, лес — это ее стихия для вот в таких прогулках по лесу. Поэтому обработайте животное, чувствуйте себя спокойно. После того, как вы обработали, сходили в лес, взяли пуходерочку, прочесали, выбрали, осмотрели собаку внимательно, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.